нарабатывают скрутку. Как они качают шею? Тайские спортивные бальзамы помогут вам быть более продуктивными, извлекать максимум из тренировочного процесса и выходить на пик. Они помогут привести ваши мышцы в тонус, избавят от температуры, от ушибов, от боли в суставах, варикозы и многого другого, приобрести которые можно на сайте abcshop.su. Всем привет, друзья! Сегодня в программе мы посмотрим, как тайские боксеры нарабатывают скрутку, как они нарабатывают структуру хватов в клинче, как они качают шею. Очень интересное, очень простое, но очень полезное упражнение. Пойдем посмотрим. Итак, друзья, упражнение заключается в следующем. Мы берем рукой за шею нашего партнера противоположной ногой. Наступаем по диагонали вперед. Это очень важно, не в сторону, а именно по диагонали вперед. После шага мы начинаем затягивать партнера к себе, при этом подтягивая свою вторую ногу. При этом обратите внимание, чтобы партнер не гнул шею, это очень важно. Здесь должна быть шея ровная, партнер не сгибается, тем самым он хорошо прокачивает шею, а также привыкает к движению скрутки и становится к ней более устойчив. Но вы тем самым отрабатываете хорошо структуру хвата, а также рывок при скрутке. Ну а сейчас давайте посмотрим, как мы это делаем. Вот такое, друзья, полезное и очень эффективное упражнение. Сделает ваши скрутки намного эффективнее, а шею мощнее. Друзья, если вам интересно потренироваться в Таиланде, ссылка на спорттуры в описании под этим видео. Если вам интересны тайские бальзамы, которыми пользуются все тайские боксеры, ссылка также там. Но если вам понравилось видео, лайкайте, комментируйте, делитесь этим видео с вашими друзьями. А самое главное, подписывайтесь на мой канал. С вами был Городничук Александр. До скорых встреч!